Сегодня получила продолжение история со скандалом на грани истерики, который разразился в Киеве на заседании антикоррупционного совета. Видео, которое сначала держали в секрете, все-таки попало в сеть. На своей странице в соцсети его опубликовал Арсен Аваков. О том, как глава МВД сцепился с Михаилом Саакашвили, накануне писали все украинские газеты. Камнем преткновения стал Одесский химзавод, с приватизацией которого, по мнению министра, как-то связан губернатор региона. Вы сказали, что Кабмин возглавляет коррупцию. Сказали это бездоказательно, ясно, четко. Видимо, смысле, очень доказательно. Давайте я слышу потом. Очень доказательно. Очень доказательно, и буду еще больше доказать, и буду до общественности. Господин президент. Видимо, я вас не боюсь, когда что значит я говорю. Да, бандит, мошенник ваш. Вы говорите, как это? Нет, бандит. Я призываю вас к вежливости. В отличие от вас, у меня миллионов, миллиардов нет нигде. Я не для вас выступаю. Нет, я еще раз говорю. Свои миллиарды будут отвечать в другом месте. И у меня за мои миллиарды еще Россия их искал. Поищите хорошенько. Я веду первого министра, принимаю такой разговор. Рот закрой, коррумпированный губернатор. Что? Я прошу вас. Кто? Войдем. Арсен Ильич, можно без мата? Мату. Да, без мата. В какой-то момент, казалось, дискуссия вернулась в нормальное русло, но Аваков и Саакашвили возобновили словесную дуэль, которая под занавес едва не перешла в рукопашную. Так у меня вопрос. Вы своими действиями, господин Саакашвили, препятствуете приватизации ОСПЗ или нет? Я не собираюсь с вами сейчас ничего обсуждать после ваших разговоров. После ваших разговоров я буду с вами только спорить общественно. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет коррупцию. Я никогда не позволю. У меня, в отличие от вас, денег нет, но зато у меня есть совесть и репутация. Я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, который проворовавшийся, который все знают, что не работает до сих пор. В конце к перепалке присоединился премьер Яценюк. Он, как и все, говорил, вернее, кричал по-русски, хотя официально радеет за повсеместное внедрение украинского языка. Петр Порошенко, который до тех пор не находил слов, был вынужден свернуть безнадежное заседание. Я не собираюсь, чтобы... Я закрываю заседание.